Так, ну что, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Амур, и сегодня мы поиграем в увлекательную игру как Террария. А, я в прошлой серии обещал, то, что буду бывать в этой серии стену плоти. Ну что ж, погнали. А, хочу сказать сразу, это вторая уже попытка, я уже спускался один раз сюда, и итог был смерть. У нее осталось всего 130 жизней, но я умер. Меня жутко обмануло, я решил не выкладывать эту серию. Надеюсь очень сильно то, что в этой серии у меня получится что-то сделать. Между прочим, между сериями я немножко модифицировал дорогу, которая находится у меня в аду, ибо выяснил то, что пчелонатые могут падать только на, ага, на твердую поверхность в виде земли. Я также запамятовал обсидиановую кожу. Обязательно. Все. Зелье лучника. Веселее регенерации. Регенерации маны. Пожалуй, вот так вот сделаю. И все. Побежали, побежали быстрее. Как можно быстрее. Надеюсь. Я очень сильно надеюсь, что у меня все получится. Все у меня хорошо. Все жизни прекрасно. Так, для начала сделаем парочку строк. И будем по пути их размещать. Чтобы ибо был реген. Чтобы был. Так. Здесь костер. И последний где-нибудь. Хорошо. Напоследок вот пап. Пчел. Живите с ними. Радуйтесь жизни. Сделаю так вот. Это меч. Надеюсь, мне не пригодится. Гид, прости меня. Вот, прости снова. Ахалай, махалай, жеребец сладкий бубликов. На плоти. Привет! Привет, моя хорошенькая, привет, моя родименька, на тебя уешных пчелок. На тебя пчелок уешненьких. Ну а тебе, моя родименькая, сдохни, тварь! Ха. И теперь пчела надо. Ой, забыл, блин. И теперь гранаты. Все. На меня делают действует дофига бафов. Я очень надеюсь, что я побежу. Очень на это надеюсь. Так, раз, два, три. Буду использовать иррациональных. Рационально, точнее. Так, ага. Мне лазеры больше всего дамага наносят. Будем стараться действовать все без лазеров. Уклоняться от лазеров. Надо. Так, ага, ага. Ё-моё, 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 ё-моё. Зелье, зелье, зелье. Хорошо, хорошо, пошла. И теперь тупо этими штуками. Я очень сильно надеюсь, что она умрет. Эта тварь сдохнет. Здесь, сейчас, навсегда, вообще, в принципе, в мире. Так, еще этих накидаем. Блин, 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 блин. Так, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Да! Бия, зачем? Кирпичи брушим и заделаем все хорошо. Что у меня есть? Мини-батор, да, клинок разрушитель. Но сколько дамага у него? Больше, чем у него, значит, будет использовать его. Ой, ладно, не суть. И теперь, по идее, мой мир находится в режиме хард мода, чему я несомненно рад. Так, используем сюда и все. Мой мир отныне хардмод. Это было очень долго. Я... Блин. Да, я очень сильно рад этому рад. Блоки. Вот это вот. Складируем сюда. Начал лыкать. Пипец. Так, гибата. Следующее. Что мне хотелось сделать? За серии я, естественно, пофармлю. Как же без фарма? Стену плоти и надеюсь ничего интересненько какой-нибудь выйдет. Следующее, что мне необходимо сделать, так, ага. Вот он, клинок разрушитель. А, ладно, пойдем по этому, собираем звезды, посмотрим, какие мобы у нас тут появились. Ой, какой злобный глаз, не убивай меня, меня сейчас могут убить. Блин,
тут реально в хард моде она становится все жестче, гораздо жестче. И заодно посмотрим, кстати, что немаловажно, посмотрим, насколько сильно стал искажен наш мир. Давайте сбросим вот это все нафиг. Так, призраков тоже. Ничего вкусного не падает, но их много, и они навязчивы. То, что я знаю, блин, я переходил, наверное, уже. Так. Мы бежим. Вот, блин, искажение уже пошло, да? И мне нужно с ним бороться, мне нужно будет, придется... Немаловажный факт, то, что вот у нас, кстати, внизу у нас искажение. Немаловажный факт, то, что мне нужно будет покупать у той бабенки семена и ими лечить землю. Потому что по-другому я не вижу пути. Так, сделаем сейчас себе выход. Импровизированный, естественно. И заделаем его. Так. А у яшной пчелки, спасите меня. Так, и прорубим еще сюда выход. Выход, сказал. Так, все, хорошо. Так, и... Так, мне нужно сейчас первым делом спуститься в искажение, чтобы найти там демонический алтарь. А, вон оно, искажение. Ибониты я немножко собираю пока. Мне, блин, как много будет работы у меня сейчас, потому что надо будет ходить, искать все, вот, конечно, печально. Но, куда ден, вон сколько ибонитов алтарей, это мне сыграет на руку. Хорошо, вот, все. Ибо нет, я выброшу. Нет, не выброшу. Все, хорошо. И используем нагибатор, который мне дался изначально. Мир был палладий, арахил, адамантий. Так, каменную стену мне нахер не нужны. Потом, что еще у нас? Палладий снова. Ну, я пока буду собирать, естественно. Так. Давай, 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 я вас всех угандую. Давайте, убирайте. Ой, как страшно стало сразу. Не убивайте! Не убивайте меня, призраки. Я жить хочу, ребята, нет! Чё же у вас так много как говна за бани? Ребята! Я сейчас вас за магию! Я за магию вас! Ага, вам не поздоровится, да? Вы столкнулись с великой силой. С... Магией. Ладно. Не надо печалиться, 4 золота, не 4 платина. Так. Тем не менее, мы... Эта серия, я считаю, прошла очень удачно. Очень была полная эпика. И я, на самом деле, рад очень сильно, то, что мы убили стену плоти. Без... этого, блин, никуда мне не деться. Мир в режиме хардмод. Теперь будет очень много веселья и много лута. Гнусный гриб. Хорошо. Я без серии буду стараться ничего не делать. Я лишь за серией сейчас побегаю и избавлю мир от искажений, потому что оно, вот оно. Бяка, вот оно. Как много бяка, фу. Противно. Ну что ж, на этом, пожалуй, я закончу серию. Всем спасибо, с вами был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Оставьте лайки, это не сложно, мне, вам не сложно, мне приятно. Всем удачи, всем пока, бай-бай.